Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и наконец-таки это видео случилось! Помните, я вам рассказывала, что мне писала одна из моих подписчиц один очень интересный и очень быстрый рецептик сладюшки, вкусняшки, десертика. Всего вообще из двух ингредиентов. Ну, третий он так, как бы у каждого есть дома, там чуть-чуть надо его. Это кукурузные хлопья. Да, кстати, это все раньше продавалось в фикс прайсе. Она говорит, эти продукты можно найти в фикс прайсе, но я обыскала, была в нескольких фикс прайсах и не смогла найти эти продукты, поэтому я их купила в Магните. Кукурузные хлопья Любятово и зефирушки вот для десертов и мини. Я даже увидела, что здесь они такие мини-мини, что их даже специально растворяют в микроволновке, там где-нибудь растапливают. Ну, взяла такие, не цветные. В общем, нам понадобится два этих ингредиента. И третий ингредиент – это сливочное масло. Его нужно совсем немножечко, как она написала. Даже не сказала сколько, просто сказала чуть-чуть. Ну, чуть-чуть положу. Пол чайной ложки или на кончике ножа. Взяла мисочку, в которой мы все это будем делать. Потом нам понадобится форма, но формы у меня нет никакой. Я взяла просто пластмассовую такую, ну, плотненькую тарелочку. Мы на нее потом все высыпем. Итак, что нам нужно сделать? Нам нужно раскрыть наши хлопья. В каком количестве, какие ингредиенты, она тоже не написала. Видимо, все на глаз. Я сделаю чуть-чуть для того, чтобы просто попробовать. Вот, ну вот так, например, да? Чуть-чуть, прям совсем. Вдруг невкусно будет. Хотя ингредиенты все вкусные. Так, маршмеллоу. Я не знаю, чего должно быть больше. Давайте сделаем 50 на 50. Где-то вот, по-моему, одинаково, да? Да. Она сказала не добавить немного сливочного масла. Я прям возьму, вот у меня масло, но я не знаю, ну сколько. Не хочу много, чтобы не было прям, знаете, совсем, может быть, какого-то неприятного запаха. Так, и это все, вот это все, на 1 минуту в микроволновочку. И посмотрим, что там будет. Накрою, кстати, это на всякий случай крышкой из фикс прайса. Тоже покупала в фикс прайсе. Вдруг начнет там стрелять, разлетаться хлопья в разные стороны. Включила. Ждем. Страшно немножко. Но масло, оно, наверное, быстро растопится сейчас. Маршмеллоу не знаю, как быстро. Я люблю, девочки, вот такие вот, на самом деле, рецепты, где нужно вот один или два ингредиента. Ну и вот с маслом это не считается, да? Вот такие мне присылайте. Если где-то нужно уже тут чуть-чуть того, чуть-чуть этого, чуть-чуть третьего, четвертого, пятого, ну, блин, это уже полноценный, блин, торт. Это слишком страшно так. Маршмеллоу, по идее, должно раствориться, масло раствориться, хлопья должны так и остаться. Все это перемешаем, пока мы, оно как бы должно быть такой огромный маршмеллоу. Хотя он уже маршмеллоу не становится потом, да? А просто какая-то... Ой, господи, так, встаем. О, девочки, смотрите. О, так пахнет. Блин, а! Скорее идемте. Идемте мешать. Так, оно опускается, оно поднялось и опускается. Сейчас я все это перемешала. Бля, ну такое... Какой-то непонятной консистенции. Так, мешаем. По-моему, у меня много хлопьев, мало маршмеллоу. Не хочет мешаться, тарелка горячеватая. И форма даже не понадобится. Можно тут прям вот так вот все перемешать, и кусочек остался. Блин, может, я написала там пачку того, может, я невнимательная? Но у меня маленькая пачка маршмеллоу. Ай! Короче, я перемешала. В общем, я перемешала. Теперь этому нужно остыть.
Слушай, мне все равно кажется, это будет очень вкусно. Блин, наверное, девушка это смотрит, ее зовут Рина, и думает, боже мой, ну как же можно быть такой рукожопой? Вкусненько. Вкусненько. Реальненько. Короче, она мне сказала, что после этого есть два варианта приготовления, когда мы все это перемешали. Либо это выложить в форму, дать остыть, разрезать там на кусочки все и есть. Либо вообще раскатать, как бы, ну, разделить, раскатать там на две части. И еще положить мороженое, клубнику тонко. Наверное, в холодильник, раз мороженое. Короче, что-то в этом есть. Получилась такая тягучая, хрустящая масса, сладкая. Чая прям не хватает. И еще очень вкусно. И еще я бы масло, такое количество, которое я положила, положила бы на большое. Сюда вообще чуть-чуть надо. Класс. Попробуйте. На самом деле, просто вот хотя бы, как я, сделать чуть-чуть. И просто вот такую штуку чай намешать и съесть. Класс. Спасибо, Рина, за этот рецепт. Я думаю, что он не только понравится мне, но и кому-то из моих зрителей. И еще скажут спасибо нам. За то, что ты написала. А я, о, оно уже стоит. А я воплотила. Хоть, наверное, не так, как это делаешь ты. У тебя, наверное, все круто получается, красиво. Как знаете, я не знаю, как описать. Все, мои хорошие, пробуйте. Я жду от вас еще новых рецептов каких-нибудь вот в таком духе, да, несложных. И надеюсь, у меня будет на это время, чтобы вам приготовить такие вкусняшки и самой попробовать. Все, целую вас, люблю. Прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Еще, знаете, сейчас мне после этой вкусняшки не просто захотелось чаю. У меня терпения не было делать чаю. Я прям выпила сейчас. Анестия у меня холодная стояла. Я прям ее выдула сейчас. А я сделала всего лишь 2 укусика. Так что имейте в виду, что после этого десерта, так как он очень сладкий, вам захочется очень сильно пить, поэтому сразу же запаситесь. Чай уже должен быть наготове, либо сок какой-нибудь должен быть. Я не знаю, теперь у меня, наверное, весь день сушняк будет. А я не подготовила чай.